перед вами личный кабинет преподавателя. Мы коротко называем его ЛКП. И тут вся наша жизнь Skyeng. На главной странице самая важная информация. Расписание на неделю, сколько уроков в плане и сколько вы уже отвели, ваш баланс, но еще больше деталей в разделах в левом столбике. Для наглядности расписание оформлено как календарь. Кроме всех запланированных занятий, тут видны статусы прошедших уроков и баланс каждого ученика. В свободных окошках вы можете открыть или закрыть время для переноса уроков, замен или новых учеников, назначить новый урок или добавить личные события. А когда вам нужно отдохнуть от урока, заходите в раздел «Перерыв». Там все подробности, как его запланировать. В разделе «Финансы» ваш личный счет. Он похож на обычный банковский аккаунт, это очень удобно. Тут можно следить за поступлением оплат, детализацией каждого начисления, а также скачать договор оферты. Информация обо всех учениках в отдельной вкладке «Мои ученики». А еще вы можете развивать свои навыки прямо в ЛКП. В разделе «Мое обучение» собраны самые разные курсы. А за своим личным прогрессом можно следить в разделе «Карта роста». А теперь посмотрим на главный инструмент – платформу для занятий. Перед началом занятий вы можете проверить свою технику и провести тест видеосвязи. Курс создают и постоянно обновляют методисты эксклюзивно для платформы. Все темы урока расположены в такой последовательности, чтобы материал лучше запоминался, а каждый курс разбит на уровни по мировым стандартам. Есть основные уроки и дополнительные материалы. Пример заданий вы можете посмотреть в соцсетях SkyTeach. В основе обучения коммуникативная методика, которая позволяет ученикам сразу использовать знания, которые они получили из занятия. Задания интерактивные и проверяются они автоматически. Это позволяет быстро и точно оценивать результат. Если у вас появились трудности, методисты могут быстро во всем разобраться и помочь вам. И чтобы всем было комфортно и удобно, занятия преподаватели проводят только с компьютера или ноутбука. А по всем вопросам, связанным с ЛКП, вы можете писать в поддержку преподавателей.